Ну вот, почти закончился. Запас хода на 800 километров.
30 километров за Вологдой. Когда лучше всего заливать полный бак? До привала или после? Наверное, до. Доливать полный бак по возможности и до, и после. Карелии попадались, а здесь нет. Ну вот ясное небо.
как зимой здесь красиво. Вообще, все времена года красивые. Лето ярко зеленью. Зима, снежным узором, стороны за деревьями домики, только крыши видно. Время 12:31.
цивилизованного. Смотреть особо не удалось. Стоянка 80 метров. Ну, с левой стороны. Но меня это не устраивает. Интересный грунт слева, срез, что это, если что за название, много камней, известняк что ли, тонкий плодородный слой, снег однодвижный просто, там была песчаная, основание песчаный грунт, песок, но здесь известняк.
было бы таких остановок было побольше, площадок для короткой остановки. Заправками дорога не была. Взяли пасмурно, там был дождь, сейчас солнце отслужали, пока на небе облака, как солнце свою дорожку нашло. Кстати, причиной, которая может ломить ко сну, это не только усталость, которая копится, а то, что вот яркий свет, например, приходится щуриться. Он как бы провоцирует полностью закрыть глаза. Уснуть. Облака красивые. Плывите вместе с нами. Первая стояла хмуро. Но заправок я что-то давно не видел уже. Сельскохозяйственных полей.
тебя непроизвольно вдавливает туда. Замоченная речка, может быть, была рекой, то есть поросла травой, посокой. Когда то солнце, то меняется освещенность.
просто потрясающая экспозиция. Уже давно перестал подогреваться. Очень полезная и приятная функция — подогрев руля. Автобусные остановки, надо полагать, населенный пункт недалеко. Вместо Невала 334 333 километра. Пройдено 414. Так, итого сегодняшний трек должен быть 747. При этом время должно быть 16:40, ну 17 часов, 5 часов дня. Конечно, если не вести запись, если просто двигаться, то еще можно засветло пройти километров 250-300. Ну, это кто спешит. Время, деньги для людей, предпринимателей. Время, деньги. Время для денег, для зарабатывания. А по моим убеждениям, время для жизни.
будет опять облачно. Не удивлюсь, если снова пойдет дождь. Это маловероятно. Кратковременный дождь. Для травы, для деревьев это очень хорошо. Да, в бутылке, блин, трется. Литров на данный момент расхода бензина на 100 километров, пройдено 418, средняя скорость 65. Средняя скорость как рассчитывается? Все время пути и берется пройденное расстояние. И пройденное расстояние 420, время пути у меня тут ошибочно стоит 626, на самом деле на час меньше. Что утром кофе готовил, двигатель был запущен, другие плюс остановки на заправке, потом скорость населенных пунктов до 40 км в час и так далее. Из этого исходит.
горячим кофе, блин. Слишком высокая температура была. Градусов 60-65 больше не надо. Так, до места привала. 118 километров разделить на среднюю скорость показывает 65. Вот так оно и получается 3 часа. Показывает 3 часа 40 минут.
неприятностью для строителей дороги. Кстати, такие участки не очень опасны, чем выезжая с грунтовой площадки, автомобили, техника тащит за собой эту глину, грязь на дорогу и размазывает ее на каком-то расстоянии. А в тот период, когда начинается дождь, эти участки становятся крайне опасными, потому что сцепление с полотном дорожным плохое. Мне хотелось, чтобы техника, которая выезжает на трассу, она учитывала этот фактор. Так, вот здесь, наверное, я приторможу. Сделаю то, что хотел. Это что же, приближение убрать, поменять карту памяти. Ну и, наверное, на этом все. О, остановился я как вовремя. И включу, наверное, заднюю камеру.